Попробуй в рот засунь носок, так просто, ну, руку. Всем привет, с вами Дантури, и это новая часть Антигрифер Шоу. Ставим лайки, а мы начинаем! Алло, привет. Алло. Алло, здорово, друзья. Вы меня приютите, да? Да, тебя приютим. Хорошо. Как ваши ники? А ты случайно не Грифер? Конечно, Грифер. Вы чё? А что это? А? Это хорошо, да? Это плохо. А, нет, тогда я не Грифер. Всё, как ваши ники? Смотрите. А, 2002, а у него этот, Люкас. Напиши в чате, я лох. Просто напиши в чате, я к тебе телепортирую. Ну, чтобы знать, просто в глобальный чат. Шутку так напишешь, да? Я просто напишу лох. Хорошо. А, вот, увидел. Кал, тут звездочки просто, да? Да. У тебя АА 2000, типа. Нет. Ну, короче, АА, да? Да. Ясно. Все, вы меня приняли? О, какой у вас шикарный дом. Мы не приватили. А я не могу открыть все равно. Да ладно, не можешь? А мы приватили. А значит, автоматически приватятся сундуки. Не, а мы не приватили. Ну да, мы не приватили. Подождите, может я завис просто-напросто, я меня еще не отлагала. Скорее всего, потому что у меня интернет слабый. Вот так вот. Не, ты у нас ходишь, ты у нас не стоишь. Ну, я у вас хожу, вот ударьте меня. Да, видите, вы меня не бьете, я не знаю, ударили? Я вот вижу, что вы рукой махаете, но мне урон не наносится. Да. Ладно. Во, я отлагал. Хотя нет, Майнкрафт еще виснет. Подождите. А покажи, на что у тебя меч. Дираблити 1557. Ну, это зачарованный сильный левел. Слушай, блин. А можно на твой скин посмотреть? На скин? Да. Нет, кстати, я красивый? Я красивый, смотри. Подожди. Да. А можешь показать меч? Нет. Все, можно одевать броню, да? Да. Давай сейчас тебе дам свой шлем, а ты мне свой меч. Подождите. А ты иди попробуй. Подождите, меня зовут, сейчас я приду. Давай, блин, чувак. Слышь. Что? Ну, ребята. Куда вы пошли наверх? Вы что, в спальню пошли? А может дом побольше сделаем? Не знаю. Может давай балкон побольше сделаем? А нет, хотя он нам так у нас будет нормальный. Сейчас, погоди, я сдюпаю. Все, я здесь. Мне кушать позвали, но я не знаю, наверное, сейчас поиграю. А вы знаете что? Я пытался вот этот меч, который у меня в руке. Вот давай, вот смотри, стой. Вот стой на месте. Давай, я тебя сейчас ударю. У тебя вся броня сломается. Хорошо? Ну, а у тебя меч на 47? На все. Сейчас тебе скажу. Enchantment.al 1000. Что-то там еще надписи. Я крутой меч. Все. Тупо так много. Он, короче, не дюпается. Подожди, дай я попробую задюпать. Я писал дюпы, мне пишет данный предмет, дюпать нельзя. Это специально админ сделал такой предмет. А можно я попробую дюпнуть? Вы не дюпните. Я не дам его, извините. Никому вообще не дам. Не дам его. Он только у меня, хорошо будет? Показать демонстрацию экрана? Ко мне какой-то... А вы знаете, нельзя показывать демонстрацию экрана. Ну, давайте сейчас. Это как тебя зовут? Блин, у меня Майнкрафт завис. Сейчас чувака ты пэхни ему. Не надо, он меня убьет. Он меня еще меч заберет. Просто если он заберет, больше такого меча на сервере нету. Я самый крутой на сервере, можно сказать. Я на PvP всех убивал. Броня сломается. Я завис, говорю вам. А, ты завис? Ну мы его вдвоем не убьем. Он яблоки будет жрать. Охраняйте меня пока, чтобы меня никто не убил. По-любому. Все, я отлагал. В общем, короче, вы пока тут это разбирайтесь. Я, короче, пока покушать схожу, хорошо? Угу. Ага. Меня мама как раз тут зовет. Все, давайте, я, короче, отошел. Все. Осталось ждать.
Я пока конфетку скушаю. Слушай, вот так вот будет нормально? Алло. Посмотри сейчас вот в личку. Да, убил, просто ты меня убит. Давай, давай. Твою? Да. Смотри в личку смотри. Угу. Угу. Опа, 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 опа. Давай. Либо у меня есть. Либо они хотят меня убить, либо они знают, что я снимаю. Да. Давай. Давай. Ты. Давай. 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 Короче. У него. Слушай, у него обычный меч был. Подождите, мама сказала, что я могу еще чуть-чуть поиграть. А чё я на спавне? А это, короче, какой-то читер взял, мы, короче, отошли на спавн. Подождите! У меня был сам этот меч, самый тысячный! А я подобрал. Подняли его? Фух. Я его подобрал. Там. Я к вам кал опять кидаю, подождите. Отдайте, пожалуйста. А он, да, сейчас отдадим. Мы его подобрали, и он... Фух. Лесную кору прям. О, шлем, это мой шлем? Нет, не мой. Где мои это? Где мои вещи? А? Ну дай мне. Иди, короче, на второй этаж, иди, вот мы все тут подобрали. Так. Это твое. Там читер какой-то телепортнулся и тебя убил. А где мой меч, тысячный левел? А меч мы не подобрали. Да. Подождите, он у меня было два меча. Один был обычный, чтобы. Так, ну, а был. Вот он обычный, вот он. А тысячный? А броня? Нет, у меня только два небесных коры. А броня? Он, наверное, выпал туда вниз. Давайте ломайте блок, я буду прыгать туда быстрей. Так, выкинуть это надо. А ты просто кал к самому себе, напиши, и ты вниз будешь. Да. Он вниз упал туда, а там воды нету, я умру. А ты просто напиши кал к самому себе. Это вы меня убили, вы забрали у меня меч. Это вы, да? Я угадал? Не врите, зачем вы врете мне? Да вы меня убили. Нет. Не врите. Я видел все. Да, это вы меня убили. Ну я знаю, мы просто знали, что ты сам грифер. Да, я не грифер. Вы меня затролли? Вы знаете? Вы знаете, что это нехорошо? Не убивайте меня! Еще раз телепортируй меня. Я сейчас вас поубиваю. А ты знаешь, я сейчас всё на бандикам пишу. Да? И ты в YouTube выложишь? Да. Я буду звездой? Нет, ты будешь лохлом на YouTube. Не выкладывай, пожалуйста. А сколько вам лет? Мне 12. Примите заявку, пожалуйста. А сколько у тебя подписчиков? 1020. Нифига себе! Можно я на тебя подпишусь? Ага. Алло. Алло. У тебя есть вебка? У кого? У меня? А он у меня бан. Я так знаю, что он админ. Кто? Я не админ. Подождите. Куда вы вышли? Ну, ты админ. Кто? Я? Да. Вы издеваетесь? Ты знаешь, я могу просто сейчас это сервак взломать. А, ну да, давай взломай. Я ж не админ. Да. Как вы могли подумать, что я админ? А, просто вебан хаммер. Я не админ, вы чё? Ребята, зачем вы меня убили? Вы знаете, что это гриферство? Хаммер? Вы знаете, вы вот меня убили, это называется гриферством, вы знаете? Ну я что, подожди, посмотри. Вы признаете, что вы гриферы? Иди, нас. Да. Погодь.
Ну? Смотри, нас убить... Нас... смотри. Ладно, ну, стойте, стойте. Хорошо, отлично, хорошо, класс, прикольно. Слушай, хотите разбана? Я попрошу друга, чтобы он вас разбанил. Подожди, смотри. Ну ладно, как хотите. Ладно, все, давайте, чуваки, пока тогда я пошел. Вещей, они знали, где их взять. Ну давайте. Хорошо. Тихо, тихо, не перебивай, не перебивайте меня. Хотите разбана? Я вам дам еще хороших вещей. Сверху. Давай, давай, разбан. Мы больше не будем гриферить. А зачем вы меня снимали тогда, скажите? Я не снимал, у меня вообще мадюкам не... А, балабол, да? Не включен. Балабол, да? Ну да. Ладно, ну давайте тогда, раз вы хотели меня затралить, там просили вебку включить, давайте теперь вы включите вебку. Ага. У меня нет вебки. Да ладно, ну я тогда не разбаню. Если у кого нет вебки, того не разбаниваю. Не надо. Не хотите точно разбана? Нет. А у кого-то из вас? У одного должна быть вебка. Ну просто, хотя бы один просто. У меня вебка сломана. Ой, ну я сейчас могу добавить друга, он, и ты можешь с него поржать, у него такая смешная, он такой смешной. Давай, давай, добавь, добавляй друга. Он жирный. Он вебку покажет, да? Скажите, что я ваш друг, типа? Ну. Добавили? Да. А, ну слушай, где твой друг, чё он ушёл? Финал. Он всё, я пришёл. Вебку включай. А он включил? А, у меня сломано. Да, он сказал попозже включит. Включи сначала ты, потом он. Давай, по очереди. Давай. А ты точно? Да, 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 он сказал точно. Все, включай. Вот, принять, да, отлично. Вот теперь я тебя точно разбаню. Вот обещаю. Вот сейчас, подожди, у меня грузится. Во, ой, ты какой четкий. Слушай, у тебя есть? Слушай, а можешь так вот помолиться, вот так взять руки две и там молитву типа произнести, так поклоняться, еще поклоняться. Вот так, да, да, да. Так, скажи там, я тебя благословляю там. Ну я тебя вот от тебя я разбаню точно. Вот скажи, я тебя благословляю, тебя, мой админ там. Я тебя Блин, как это значит? Благословляю. Я забыл. Благословляю тебя, у мой админ. Слушай, ладно. Можешь руку в рот засунуть? Попросто попробовать руку засунуть. Насколько можешь. Поближе только к вебке залезь. Подойди, а то плохо видно тебя. Поближе к вебке. Подальше. Ну поближе к вебке подойди. Не видно. И руку посильнее, поглубже засовывай. Несколько пальцев. Несколько. Молодец. Слушай, а у тебя есть в комнате там или носки на тебе есть вот? Не. Ну там, где-то на полке есть? Ну а трусы есть там. Кирилл, погодь, ты что хочешь, чтобы он себе в рот носки засунул? Нет, я хочу, чтобы он на руки носки одел. И типа как Человек-паук или кто-то там помахал. Можешь так? Не, я не могу. Вот последнее желание мое выполняешь, я тебя разблокирую. Ну чё, а? Сейчас я тогда приду. Во, он пришел. Так, отлично. Так, давай, сейчас грузится камера, подожди. Носки. А ну, покажи еще раз. О, это носки? Попробуй в рот засунь носок, так просто, ну, руку. Я же говорил, что у тебя... Нет, не надо, ты все позоришь, лайка. Ладно, все, молодец. Как там твой ник, я тебя разблокирую? Сейчас скажу. Вот это, да? Лукас 1, 2, 3, 5, 8, 3. Ага, подожди, а скажи, какой у тебя там ник у твоего друга админа или у тебя? Крикни! Громко! Чего? Очень громко! Подожди, я не буду выполнять, что ты хочешь, меня можешь не разбанивать. Ладно, тогда давай, пока. Ну, собственно, на этом все. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Проучили мы одного грифера. Он засунул свою руку в рот, помолился немножечко, одел носки на руку и засунул их в рот. Блин, как же он опозорился. Я бы, и реально, вот если бы меня такого забанили, я бы просто послал этого чувака. Я бы не позорился, даже бы по скайпу не разговаривал. Ну, собственно, на этом все. Правильно, нужно проучить гриферов. Одного забанил, одного нет. Если они будут звонить, вот сейчас проверим. Они звонят? Нет, они мне из конфы дали. Ну, собственно, на этом все. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем ваши комментарии, ваши идеи. С вами был Дон Фори. Всем до новых встреч и пока!